В Одинцове продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Ежедневно волонтеры передают продуктовые наборы пенсионерам муниципалитета, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также многодетным. На прошедшей неделе волонтеры привезли из Мытищ 600 наборов для семей с детьми. Продукты фасуют по коробкам и оперативно доставляют остро нуждающимся жителям.